Под моей жопой ща новый лэмбо. Открою окно, кину бабло. Поставлю им тень от огня, как хакаки. Под моей жопой ща новый лэмбо. Весь город оглох, еду на глух. Новый салон топчет новые найки. Под моей жопой ща 30 лимонов. И только на правой руке ща 12 картье. Кисти настолько усыпаны брюлами, что я могу просто сдохнуть от холода. Все, что я сделал, то дорого. Бич, я легенда, как Горгород. Сбрил твою суку, как бороду. Я раздефьюзил, но взорванный. Купил себе новый лэмбо и потратил капусту с умом. И жопа на мне, как сумо. Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. И сегодня вместе с тобой прикупим новый автомобиль мне в автопарк. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня проходит новогодний конкурс в честь Нового года, как бы и всех новогодних праздников. Что вам нужно? Во-первых, заходите в видео, вот ищите вот такой видос, такой вот превьюшки, заходите на него. Здесь мы проводим конкурс на 5 серверах на 25 мест, где есть и CCD, и Смотра, и МТА, и GTA 5, и Радмир, и Дева. Все, что вам нужно, это поставить лайк, подписаться на канал, написать любой комментарий, потом переходим по ссылочке в описании в мой ВК. И репостим запись конкурса, в котором мы хотим участвовать. Вот здесь читайте внимательно, потому что здесь написано Deva Project, например, CCD Planet MTA, CCD Planet GTA 5, Радмир и Смотра. И просто копируем, и все. И вы буквально за 60 секунд становитесь участником конкурса и сможете выиграть годные призы. А какие призы, вы уже посмотрите в ролике. Ссылка на конкурс будет в описании этого ролика. Удачи! Также хотел сказать, что на этом сервере есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации и получай 50 тысяч рублей бонусом. Сдавай нам провайдер, ботай на свою мечту. Мне кажется, я уже заспойлерил и в названии, и в превьюшке, что мы будем покупать сегодня тачку Егора Крида. Да, у него есть зеленый хаки, темно-зеленый матовый Урус. Если честно, мне раньше Урус вообще не нравился. Я вообще считал людей, которым нравится Урус ненормальный, потому что он некрасивый вообще. Особенно вот эти обвесы на него, где трехствольный выхлоп, как на Пагани Зонда, который есть обвес на Смотре, это вообще капец, я не знаю, как это может нравиться. Вот, но после того, как Крид купил тачку, покрасил ее в зеленый цвет матовый, я так присмотрелся, думаю, охуенный автомобиль. И что-то даже, если честно, он мне понравился. И сегодня решил его прикупить. Прикупил я его очень странным способом. Сейчас расскажу, почему. Я, наверное, нигде об этом не говорил. Знаешь что, при открытии я купил дом, который стоил 6 лямов на 5 мест. Я его обменял на гель. Также выходил ролик с этим, где я менял дом на гелик. У меня был гелик Full Lume, я на нем катался, но знаете, пацаны, я уже на нем наездился, что-то он мне уже не нравился, я вот думал, оставить либо его себе, либо его продать. Вот, и мне здесь подвернулась возможность купить Урус. В итоге я продал свой гелик в Люме. Говорю, сотку скину и все. Продаем гелик, уходит гелик, я его еще не заправлял. Пока гелик. Ох. Я, конечно, говорил 200, 100 тысяч, а не 200. Херали я всем скидываю, мне никто не скидывает, я, блядь, не понял. Чё за пиздец? И купил себе Урус. А Урус купил я вообще по низу рынка, из-за того, что мне его продавал подписчик. Тебе большой привет. Сюда предложить 500 тысяч комиссии, охренеть. Наличные 19, все, Lamborghini Урус, Мур, все верно, готов. Благодарю. Давай, удачи. Под моей жопой еще новый ламбо, Lamborghini Урус. Сука, тут 9 владельцев, я забыл спросить. Ну и пох, потому что за 19 лимонов я взял его. В итоге вот так меня указался Урус, который стоил 6 лямов. Ну, по факту 19. Ну, вы поняли, короче. Да, давайте выйдем, потому что что-то здесь повзрывало все. Так, целое собираем. Так, остановить анимацию. Кстати, да, добавили на смотру хотфикс, убрали зиму, оптимизировали там метки, вот это все. Знаете, что у нас такой Ламбо Урус. И на цвет очень красивый на нем сейчас стоит. Это черный с
красным оттенком, красным перламутром. Выглядит просто максимально охеренно, еще на солнце так переливается. Прям очень классно. Номер Мур 02323. Просто охренеть. Я не знаю, я еду и просто кайфую. Купил его еще, кстати, до Нового года, где-то в 20-х числах декабря. Хотел записать ролик, но никак не было времени. Вы сами видели, что у меня каждый день выходил ролик. Вот, поэтому приступаем к его тюнингу аж 4 января. Специально я особо на нем не катался, чтобы все эмоции не ушли. Но он на дороге стоит охеренно, рулит офигенно и едет еще 330. Это самый быстрый джип на этом сервере. Давайте, пока мы будем ехать в тюнинг, я вам расскажу о технических характеристиках этого автомобиля. Этот автомобиль у нас новым стоит 25 миллионов. Продажа в гос его 18 миллионов 750 тысяч, а я купил за 19, вы понимаете, насколько это низко. Стоимость ФТ на него составляет 5 миллионов 531 250 рублей. Максимальная скорость 330 км в час, мест в багажнике 20, объем бака 75 литров, и заправлять его можно как 98-м, так и 100-м топливом. Знаешь что, а мы отправляемся с Motor Rage Customs, я хочу изменить цвет. Вот я только не знаю на какой. Сначала я хотел, как я говорил ранее, изменить на такое, как у Крида, то есть темно-зеленый и матовый. Но после того, как я накатался на нем в Форзе, что-то он мне не зашел, а вот желтый такой оранжевый Урус, это топ. Но это же капец с этими выхлопными трубами, не знаю, мне капец их не нравится. Не, ну это капец, не знаю, и спереди, и сзади, это прям габала, не, спасибо, 4 ляма тюнинг стоит. Здесь винил есть, серьезно? Не, ну такое, конечно, прям такое. А, что я хотел сказать? А, я хотел сделать его зеленым, да? Во! Вот такой цвет у него. Смотрится достаточно неплохо. Но, повторюсь, так как я уже наездился на такой раскраске в Форзе, что-то здесь она, если честно, мне не особо нравится. Это плюс-минус 1,5 ляма отдавать за покраску, я еще не такой мажор. Вот, мне кажется, смотрится максимально охеренно. Только если бы прям вот эти вот здесь вот прям сюда не заходили, а вот здесь где-то вот заканчивалась эта линия, здесь это все было бы черное, было бы прям неплохо. Если бы еще вот эти всякие детальки хромовые можно было заменить на антихром, либо на карбончик, вот это все, это же было бы насколько офигенно. Ладно, давайте сделаем его желтым, как я и хотел. И выходит стоковый Урус в желтом цвете. Подсветку надо вырубать, а то это капец. Кстати, насчет дисков. Здесь-то достаточно неплохие диски. Но подобрать диски сюда, я не знаю. Это будет, мне кажется, очень сложно и очень дико, потому что резина как бы большая, а радиус не очень. Чем мне еще не нравятся диски, которые мы поставим, что посмотрите в заднюю арку, они как бы не влазят, хотя и стандартные диски тоже особо не влазили. Короче, да, не нравится мне. Вот стандартные диски лучше всего, а вот эти все мне не нравятся. Ладно, потратили мы с вами уже немного денег. Это Lambo Urus, кстати, на нем уже 9 владельцев, не знаю, говорил я, не говорил. Традиционный саундчек. Звук достаточно приятный. В тоннеле вообще офигенный звук. Кстати, что от первого лица? А, здесь даже панорама есть. Но панорама как бы такая себе. Ой, говорю панорама. Тьфу, что я говорю? Проекция. Как бы в Ешке новой. Вроде ж, да, у меня Ешка была новая, а там была нормальная проекция. Они, короче, забыли как бы убрать вот этот задний фон на проекции. Потому что если мы заезжаем на что-то черное, еще более-менее видно. Но днем это капец. Вот ночью типа более-менее видно. А днем это капец. ЕКХ. Все-таки, пацаны, я решил на гелик не ставить 77-й регион. Поставим его, скорее всего, на Урус. А на гелике будет вот этот старый мой регион на 97-м. Вот. Знаешь что? Пункт переноса автомобильных номеров. А 00277 на Урус. 500 тысяч улетело. Смотрится просто очень дорого, богато. Ну, короче, да, пацаны, вот такой теперь Урус есть у меня в автопарке на номере ААА-00277, которую мы купили в предыдущей серии. Ролик есть на канале, также оставлю ссылочку на него в описании, можете посмотреть. Было достаточно больно и смешно. Больно, потому что купил вообще по оверпрайсу. Прям пипец по какому оверпрайсу, который он вообще столько не стоит. Эх, ну пришлось. Вот. Также Урус и эта тачка где-то вместе у нас стоит сколько? 45 лямов. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Пиши, как тебе Урус, был ли у тебя он или нет, нравится он тебе или нет. Мне раньше не нравился, теперь пипец, как он понравился, офигенный вообще.
Не забывай участвовать в конкурсе. Нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Айван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.